Сотрудники УМВД России по Одинцовскому городскому округу совместно с членом общественного совета при УМВД Сергеем Федосеевым провели акцию «День здоровья» для учащихся местных школ в парке культуры и отдыха «Раздолье». Полицейские рассказали школьникам о разрушительном воздействии алкоголя, табака, наркотиков на организм человека и напомнили, что здоровой альтернативой вредным привычкам являются физкультура и спорт.